Лучшие не только в своем дворе. В Самаре состоялся финал областного турнира «Золотая шайба». Он уже признан одним из лучших проектов страны. Жюри национальной премии «Серебряный лучник». Соревнования дворовых команд проводятся с 2013 года по инициативе реготделения партии «Единая Россия». И желающих поучаствовать становится только все больше. О больших надеждах маленьких хоккеистов Анна Архипова. К этому дню мальчишки стремились почти три месяца. Вооружившись клюшками, 49 дворовых команд из 24 муниципалитетов боролись за победу. Позади более 200 матчей и напряженная борьба за каждое очко. Сложные. Ну вот мы, когда играли с «Чайкой», вот, мы прям вот, если забьем гол, они нас сразу же догоняют. Если они забьют гол, мы их догоняем. И вот финал. Две игры. Кульминация областного турнира «Золотая шайба». В этом сезоне он проходил в трех возрастных группах. Количество команд по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое. Основная причина, что в правильности того дела, которое мы делаем, и что вокруг него объединяются все. Это и правительство Самарской области, это главы муниципалитетов, общественники, родители. Ну и, конечно, самые главные герои наших соревнований, те, для кого это делается, это наши ребята. Главная цель – развитие детского спорта. А для этого одного интереса мало. Пока в Самаре не хватает льда. Перемены к лучшему юные спортсмены заметят уже в следующем году. Количество искусственного льда у нас возрастет в 5 раз на следующий год. Соответственно, мы ожидаем, что теперь все муниципалитеты получат возможность играть. В этом году победители турнира в качестве приза получили новую хоккейную форму. Всем остальным достались памятные сувениры и дипломы. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, «Новости губернии».